Хлебница Маруся. Хлебница из натурального дерева, ясень, покрытая маслом. Удобная шторка залюзи, открывается, закрывается, без люфтов, все отлично. И ящик, под специи, чай, можно хранить все, что удобно. Все, что нужно вам на кухне, оно будет всегда у вас под рукой. Габаритные размеры хлебницы. Ширина 35, высота 35, глубина хлебницы 28. В данной хлебнице хлеб будет храниться намного дольше, чем в пластиковых пакетах, пластиковых хлебницах или хлебницах, склеенных из клееной стружки. Хлебница вместительная, войдет 3 буханки и батон. Все это закрывается. Очень удобно. Так что у вас хлебушек всегда под рукой. Опять же, ящичек для того, чтобы что-то ложить. Сверху у хлебницы такая большая ровная поверхность, на которую также можно поставить кофе, специи, ну то, что вам всегда удобно и под рукой. Задняя стенка хлебницы и ящика выполнены из березовой фанеры, что дает хорошую прочность и долгосрочность использования данного изделия. Хлебница очень хорошо встает на микроволновку. По ширине она прям входит идеально. Все открывается, ничего не мешает. Хлебница встает к стеночке, микроволновка остается с зазором для охлаждения. Очень экономит место на кухне. Также вы можете перейти в наш магазин и выбрать хлебницу для себя. Там есть различные варианты, различные цвета, различные размеры, различные варианты исполнения.